Встречаемся у машины. Ага. И я цела, спасибо. Поехали. Так. Вон там есть ветка. Может, попробуешь зацепиться? Идея! Давай руку. Я сама. Хорошо. Хочешь, поведу? Не, я не против. Я против. Мне нужен контроль. Давай просто насладимся моментом. Есть глупый вопрос. Ну, не томи. С чего ты взяла, что бивень еще там? Иначе он бы уже всплыл в каком-нибудь музее. А я даже ни разу не слышала о хойсельских признаках. Я и о Хойселе не слышала до этого заказа. Ну, в этом виноват их последний король. Молодой, безрассудный. Так хотел похвастаться богатством своей империи. Отстроил новую столицу, чтобы хранить там бивень. А потом навлек на себя персик. И нас. Да, теперь и нас. Эй, смотри, толпа фламинго. Видишь, где проехать? Ищу. Я на минуту. Я подожду.
сейчас вернусь. Конечно. Вроде под водопадами есть проход. Ну, проверим. Освежает. А пушки пусть мокнут. Ну, приятно ведь побыть на природе, вдали от города. Тут тихо. Часто здесь бываешь? Вообще-то, нет. Надо же. Хойсельские руины. Через ворота проедем. Сейчас посмотрим. Древние столицы. Что тут? Халибиду и Белур. Я думала, это Ганеша и Шива. А, надо же, ты запомнила. Ганеша – покровитель Халибиду, более новой хайсальской столицы. Шива – покровитель старой столицы, Белура. Но красиво сделано. Как укрепление гроша не стоит. Кварталы скульпторов, судя по всему. Мы еще на окраине. Не знала, что ты археолог. Ну, не я, а папа мой. Ну, а я просто воровка. Эй, в машине есть лебедка? Вроде да. О, класс. С воротами разберемся быстро. Ты хочешь просто их выдрать? Ну да. Или динамит есть? Дело твое. Видимо, нету. Все, должно Давайте, сработать. Братья! Рейдер, уходи из засады! Черт! Прячься! Спасибо, Рош! Ублюдок! Ну, все чисто. О чем мы там? Ты хотела разобраться с воротами. Точно, ворота. И поехали. Притихла. У меня просто легкий шок. Я как-то ожидала от тебя более бережного отношения к древним руинам. Сантименты в нашей профессии смертельно опасны. О! А что, большие летучие грызуны? Ну, вообще-то нет. Ну да. Ближе к приматам или лемурам. Хорошо, я поищу. Другое дело. Сделано. Стоп!
Асаф. Глазастая. Черт. С ним целый батальон. Внутри может быть еще больше. А мне даже лестно, что он нас так боится. Надо попасть внутрь. Ты сбавь обороты. Сначала надо с этими разобраться. Есть идеи? Да. А то. Так не пойдет. Я задумала. Ну-ну. Thank you.
похоже, нашла. Зам, откройся. Ну все, заезжай. Ну, конечно. Все! Ну, слезай. Между прочим, я умею водить. Не сомневаюсь, солнышко, но мне так удобней. Ого. Здесь можно долго искать. Да, но у нас есть преимущество перед твоим осавом. Три символа. Глянем на карту. Так, посмотрим. Мы где-то здесь. Я буду делать пометки по ходу. Гляди, башня. Ого. Сверху можно увидеть все как на ладони. Может. Окей. А я высматривать осава. Прекрасно. Не то чтобы я из-за него переживала. А стоило бы. В другой раз врасплох мы его не застанем. Вряд ли он от тебя многого ожидал. Погоди, это комплимент? Звучало прямо как комплимент. Его парни идиоты, но Асав... Нам просто стоит держаться от него подальше. Не понимаю, как люди идут за такими, как Асав. Все просто. Он ищет слабых и предлагает им стать сильным. Дает им цель. Цель? А, по-моему, лапшу он им вешает. А как ты вообще связалась с Асавом? И зачем? Не будем об этом. Мне показалось, что он на тебя запал. Не напоминай мне. Пригодился в свое время, но... Жуть. Ну, так рассказывай. Не хочу. А если под рюмочку? Никак... Извини, но... одну минуту. Погоди, что? Куда ты собралась? Со мной полезешь? Я бы с радостью, но кто-то должен посторожить машину. Верно. Теперь наверх. Посмотрим, что ты умеешь. Ого, фонтаны! Что там за бомба? Не поняла. Ну, это не бомба. Думаешь? Это возвращает к началу.
Затихло. Не узнаю. Это не из наших трех символов. Но денег за это шибить наверняка можно. Все чисто. Ну, что у нас тут? Ты же военный эксперт. Как тут будет действовать ОСАВ? Постарается устроить засады на всех подступах и остановить нас. Я бы поступила иначе.
Что бы ты сделала, если бы была Асавом? Сбрила бы бороду. Я бы подождала. Дала противнику сделать всю грязную работу, а потом забрала бы бивень, как с блюдечка. Хитро. Практично. Без лишних рисков. Хорошо, что... Стоп. Смотри, там, на скале. Видишь арку? Вроде целая. Так, о чем мы там? Что ты там говорила об Асаве? Да, ну так вот. Хорошо, что ты в моей команде. Тебе повезло. Странно, что Асав так не делает. Может, его эксперт знает что-то, чего мы не знаем? Да, тем больше причин провернуть все по-быстрому. Подожди. Конечно, иди. О, тут еще. Пора ехать. Смотри, там грузовик Асава. Вроде никого.
Погоди, иди.